Государственный визит казахстанского президента в Китай, в страну, одной из первых, признавшую суверенитет Казахстана в 91-м. Касым-Жомарт Токаев нанес запланированный визит в Поднебесную на фоне протестов казахстанцев. Люди выступали против китайского присутствия в Казахстане. Это при том, что Поднебесная остается одним из основных партнеров Казахстана на мировой арене. Причем не только в экономической сфере. Два государства составляют сильнейший альянс в борьбе с глобальным злом в регионе. Вот и на встрече в Пекине Токаев и Си договариваются – партнерство против терроризма, экстремизма и сепаратизма будет только укрепляться. И да, оба лидера подчеркивают, отношения Казахстана и Китая строятся на четком понимании и взаимном уважении государственного суверенитета, независимости и стабильности по обе стороны Тяньшаня. И пока здесь, в Азии, продолжается историческая встреча, первая такого уровня для нового хозяина Курды, за океаном на заседании ООН говорится о роли Казахстана в истории уже не региона, нет, человечества. Как бы пафосно не звучало. Жанна Алпызбаева сегодня об этом расскажет подробнее. Жанна, добрый вечер. Добрый вечер. Сегодня я расскажу о роли Казахстана в создании мира без ядерного оружия. Что сделала и делает страна для этого. Также мы увидим альтернативный сценарий. Каким бы был Казахстан в роли ядерной державы. Кто наши друзья, а кто враги. Все подробности сегодня в моем авторском обзоре. Жанна, будем ждать. Тем временем национальный день Каталонии снова вылился в беспорядки на улицах Барселоны. Сторонники независимости автономии сожгли испанский флаг и продолжали требовать суверенитета. Подробнее об этом сегодня. И мы расскажем, как изменился мир за неделю в эфире из Алматы. Милина Вавулиди. И Руслан Идрисов. И вот главные темы выпуска. По обе стороны Тяньшаня, о чем договорились Токаев и Си на встрече в Пекине. Под прицелом переговоры лидеров Казахстана и Китая обсуждают журналисты зарубежных изданий. Прессу читала Аида Хайдар. Ядерный срыв. Усилия мирового сообщества по разоружению под угрозой. ООН тем временем ставит в пример Казахстан. Подробности в обзоре Жанны Алпызбаевой. Цель – независимость. Жители Каталонии сожгли испанский флаг. Чего еще требуют митингующие? Разводу быть. Зачем премьер Британии встретился с ирландцами? Торговцами. Брекзит по-прежнему намечен на 31 октября. Абай на китайском. Миллиардер и глава Алиэкспресс прочитал отрывок из произведения Абая Кунанбаева. Челлендж продолжается. Начнем выпуск с главного политического события недели. Касым-Жомарт Токаев посетил Китай с государственным визитом. Со вторника по четверг президент Казахстана находился в Пекине. Встречи, переговоры и договоренности тем для разговоров у лидеров двух стран было немало. Особенно если учесть, что незадолго до визита в трех городах Казахстана разгорелись протесты, связанные с китайским присутствием. В посольстве Поднебесной ситуацию назвали провокацией со стороны третьих сил. Правительство Казахстана, в свою очередь, таких громких выводов не делало. Министры попытались разъяснить людям, что ни о каких глобальных и многочисленных проектах речи не идет. Ну и возвращаясь к самой встрече, пристально за ней следили и на Западе. Аида Хайдар тем временем мониторила зарубежные издания, чтобы понять, о чем пишут журналисты. Ну, Аида, скажи, что пишут об этой встрече? Коллеги, первый визит президента Токаева в Китай привлек внимание иностранных журналистов. Пишут и о грандиозных китайско-казахстанских совместных планах, о впечатляющих достижениях, но и о подводных камнях, которые могут стать серьезным вызовом для казахстанского руководства. Подробнее через несколько минут. Аида, будем ждать подробностей. Мы вернемся к тебе чуть позже. И пока немного о цифрах. Товарооборот Казахстана и Китая только за 2018 год вырос почти на 11,5% и составил 12 миллиардов долларов. Всего же за годы независимости инвестиции Китая в Казахстан составили 20 миллиардов долларов США. Суммы внушительные, учитывая тот факт, что Казахстан, по заявлению Токаева, планирует и дальнейшее развитие экономических связей с Китаем. В частности, речь идет о поставках пищевой соли, молочной продукции, мяса и муки на китайский рынок. Что касается митингов, напомню, на прошлой неделе на площадях в Жанаузене, Алматы и Нур-Султане прошли протесты, где люди призывали власть отказаться от новых проектов с Пекином. По словам манифестантов, китайские заводы на казахстанской земле могут стать экологической угрозой для всего государства, да и внешний долг Казахстана перед Китаем с каждым годом растет. К слову, усугубили ситуацию ранние сообщения о притеснении этнических групп. Мировое сообщество осуждает Китай за жестокое обращение с нацменьшинствами в западном регионе Синьцзяне.
Но вот несмотря на это, по итогам переговоров в Пекине главы двух государств на неделе подписали совместное заявление, а также приняли участие в церемонии подписания нескольких двусторонних соглашений о сотрудничестве. Мы тоже следили за встречей на высшем уровне, и вот главное. Встреча глав соседствующих государств в момент исторический. Касым-Жомарт Токаев впервые прибыл в Пекин в качестве президента Казахстана. Вопросов на повестке много, но сначала все тонкости протокола. Визит как-никак государственный. Почетный караул, пушечные залпы и звуки государственного гимна Казахстана в исполнении военного оркестра в самом сердце Пекина. Компартия Китая знакомит Токаева с членами своего правительства. Чуть позже уже гость представляет казахстанских министров своему коллеге. А позже одно за другим совещания, двусторонние переговоры, встречи и обсуждения того, в каком направлении две страны дальше дружить будут. По словам Си, странам нужно расширять партнерство в промышленной и научно-технической сферах в области экономики, торговли и энергетики. И да, важно укрепить свои силы в борьбе против терроризма, экстремизма и сепаратизма. Сегодня мы подпишем совместные заявления, в которых будет сказано, что Казахстан и Китай будут развивать долговременное всестороннее сотрудничество. Я считаю, что данная договоренность, достигнутая на самом высшем уровне, является солидной и правовой политической базой дальнейшего сотрудничества. Реформа открытости Китая – возможности для разных государств, в том числе и для Казахстана. А главное в отношениях двух стран – важным остается понимание национальных интересов, суверенитета и безопасности развития. Об этом тоже шла речь на встрече двух лидеров. Кроме того, лидеры договариваются продолжить работу по предотвращению внешнего вмешательства в дела региона. Китай является одним из самых близких нам государств, одним из первых, признавших суверенитет, независимость и территориальную целостность Казахстана. КНР также одной из первых среди ядерных держав предоставила соответствующие гарантии Казахстану без каких-либо предварительных условий. Поступательному расширению Казахстана-китайского диалога способствовала и наша общая позиция по вопросу борьбы силами трех зол – религиозным экстремизмом, сепаратизмом и терроризмом. Казахстанский президент встретился и с премьером Китая Ли Кэцян. Последний в своем списке отметил, что Казахстан и Китай – добрые соседи и старые друзья. В ответ на это Токаев признается. Казахстан надеется на расширение отношений в сфере туризма и образовательных программ для молодежи. По итогам всех встреч главы государств подписали совместный документ между Китаем и Казахстаном по развитию дальнейшего стратегического сотрудничества. Итак, за 27 лет существования дипломатических отношений между Казахстаном и Китаем страны подписали больше 250 межправительственных и межведомственных соглашений. По словам Касым-Жомарта Токаева, двусторонние отношения Нур-Султана и Пекина можно считать образцом межгосударственного диалога. Китай по-прежнему рассматривается в качестве важного стратегического партнера Казахстана, подчеркнул Токаев на прошедшей встрече. И Казахстан также заинтересован в экспорте экологически чистой сельхозпродукции на китайский рынок и активно продвигает сотрудничество между двумя странами в области нефти, природного газа, атомной энергетики, горнодобывающей промышленности и нефтехимии. Китай, в свою очередь, предлагает Казахстану поддержку в развитии научно-исследовательских технологий мирового уровня в области оцифровки 5G, интернета и искусственного интеллекта. Напомню, на сегодня работают 15 китайско-казахстанских проектов общей стоимостью в 4 миллиарда долларов США. Что ж, тем временем визит Токаева в Китай обсуждают и за рубежом. Аналитики и колумнисты на страницах изданий задаются вопросом, какую политику в отношении Китая продолжит казахстанское правительство. И сами же на этот вопрос отвечают. Все подробности у Аиды Хайдар. Она выходит на связь из нашей столичной студии. Аида, ну так с чего ты начнешь? Коллеги, всех волнует главное, продолжится ли установленный курс внешней политики Казахстана с приходом нового президента. Задаются этим вопросом и журналисты зарубежных изданий. Впрочем, ответ очевиден. А что касается Китая, для Казахстана он остается наиважнейшим стратегическим партнером, несмотря на все подводные камни. Через несколько секунд подробнее.
Несмотря на антикитайские настроения внутри республики, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сохранил установившийся курс внешней политики, пишет издание «Газета.ру». Мы благодарны Китаю за поддержку инициатив Казахстана на международной арене. Что касается экономического сотрудничества, то оно является стратегическим. Те договоренности, которые были достигнуты нашим первым президентом и председателем Си Цзиньпинем, получат дальнейшее развитие, сказал во время встречи президент Токаев. Таким образом, он дал ответ политологам и журналистам, которые задавались вопросом, какой вектор международного направления выберет преемник Назарбаева. Экс-президенту удавалось балансировать между Россией, Западом и Азией, сохраняя при этом нейтралитет. В списке первых визитов преемника Елбасы первой стала Россия, Китай стал четвертым. Предпочтение Касым-Жомарта Токаева очевидно, однако в Казахстане далеко не все довольны выбранным курсом. Визит президента в Пекине проходил на фоне антикитайских протестов в стране. Участники акции выступают против растущего, по их мнению, влияния Китая. Они обеспокоены ростом финансовой помощи и инвестиционных проектов. Но если посмотреть официальную статистику, прямые иностранные инвестиции в экономику Казахстана за 9 месяцев 2018 года составили 17,3 миллиарда долларов. При этом многолетним лидером по инвестициям в экономику страны являются Нидерланды. За три квартала прошлого года голландские инвесторы направили в Казахстан около 5 миллиардов долларов. Инвестиции Китая за этот период составили 1,15 миллиардов долларов, пишут журналисты издания. Ранее с визитом в Пекин приезжал и первый президент Казахстана. Тогда он рассказал журналистам чуть больше обычного о своих международных предпочтениях. «Китай никогда не говорит «живите, как мы живем», как Запад нас учит всегда», — заявил Назарбаев. «Вот эта политика Китая, она нравится, она притягивает». Конец цитаты. Казахстан по-прежнему поддерживает прочные связи с Российской Федерацией, но неуклонно расширяет свои политические и экономические отношения с соседним Китаем, пишет издание The Diplomat. Обе страны урегулировали свои границы в конце 90-х годов и были также соучредителями региональной Шанхайской организации сотрудничества. В последнее время Казахстан, похоже, стал важной опорой в реализации стремления Китая к расширению региональных связей в Азии, что воплощено в инициативе Си Цзиньпиня «Один пояс, один путь». Двусторонние отношения имеют значительные преимущества для Китая, в частности, его потребность казахстанской нефти, природном газе и полезных ископаемых. В свою очередь Казахстан увеличил экспорт нефти и природного газа и пообещал увеличить продажи зерна в Китай. За последние несколько десятилетий двусторонняя торговля добилась значительных успехов, сделав Китай одним из важнейших торговых партнеров Казахстана после России. Хотя фасадная часть отношений действительно кажется радужной, она скрывает более сложную реальность на местах, выявляя очаги недовольства и растущие антикитайские настроения. Периодические опасения по поводу присутствия Китая в Казахстане теперь переросли в протесты. Одним из негативных влияний на отношения стала политика Пекина в Синьцзяне, которая преследует не только уйгуров, но и этнических казахов, подытоживают журналисты. Приводя все эти аргументы, журналисты подчеркивают, Казахстан находится между двумя ядерными державами, где стране важно сохранять баланс мирной политики и своего «я», где это особенно необходимо. Во всяком случае, по оценке аналитиков, Казахстан достаточно успешно ведет диалог с двумя влиятельными соседями. При этом Россия и Китай тоже вроде как дружат. Но отношения Пекина и Москвы сохранятся дружескими ровно до тех пор, пока оба государства не выходят за рамки своего влияния в регионе. У меня все. Аида, спасибо тебе за обзор. На связи со студией из Нур-Султана была Аида Хайдар с обзором зарубежной прессы. А я напомню, накануне стало известно, что во время визита в Поднебесную президент Казахстана поднял вопрос о ситуации с осужденной в Китае казахстанкой Акжакын Турлыбай. По словам источника в Акурде, во время подготовки к государственному визиту в Китай на имя президента поступило обращение от матери осужденной. В письме женщина напоминает, что международная организация по борьбе с наркоторговлей признала Акжакын Турлыбай жертвой нигерийской мафии. Суд Китая при этом приговорил девушку к пожизненному заключению. Известно, что Касым-Жомарт Токаев поднял этот вопрос во время переговоров со своими китайскими коллегами. Подробности разговора пока не разглашаются, но адвокаты осужденные рассчитывают на то, что вмешательство президента Казахстана повлияет на развитие событий. Сейчас же защита Акжакын Турлыбай пытается добиться депортации девушки на родину, в Казахстан. Итак, какими сегодня были бы отношения Казахстана с партнерами, оставь правительство ядерный арсенал на Семипалатинском полигоне, мы узнаем чуть позже из авторской рубрики Жанны Алпысбаевой. А пока к другим темам.
Развод Великобритании и Евросоюза, запланированный на 31 октября, состоится в любом случае, на выгодных для королевства условиях или нет, неважно. Решительно настроенный премьер Британии Борис Джонсон отправился на неделе на север страны, чтобы обсудить наболевшие вопросы перед важным историческим событием. Именно север королевства попадает под угрозу. Государственная граница Ирландии может быть пересмотрена после выхода страны из ЕС. Ирландский истеблишмент негодует. Правительство ищет пути решения. Впрочем, Джонсона на севере встретили хорошо. Премьер прогулялся по местным рынкам, пообщался с торговцами, пекарями и другими работниками рыночных прилавков. После встретился с мэрами городов региона и обсудил с ними развитие. Джонсон готов предпринять новый толчок для достижения соглашения о выходе из Европейского Союза. Он проведет свою первую встречу с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в понедельник, 16 сентября. С учетом того, что Джонсон пообещал вывести Великобританию из ЕС 31 октября с соглашением или без него, последние дни ЕС сосредоточился на главном вопросе – можно ли преодолеть основное разногласие и гарантировать Британии сохранение ирландской границы. Вопрос по-прежнему остается открытым. Новые подробности в этой истории могут быть обнародованы после встречи Джонсона и Юнкера 16 сентября. И пока Брюссель и Лондон пытаются договориться, жители Каталонии продолжают использовать радикальные меры в ответ на действия испанского правительства. Цель – независимость. С таким лозунгом на улице Барселоны вышли тысячи местных жителей. В среду, 11 сентября, каталонские сепаратисты пытались напасть на полицию у здания регионального парламента. И все это во время празднования Национального дня Каталонии. И это, Руслан, еще не все. Сторонники независимости Каталонии сожгли государственный флаг Испании как знак того, что своей причастности к стране они не чувствуют. Манифестанты продолжали свои беспорядки, повалив ограждение у здания парламента, где позже они развели костер. После долгих и безуспешных уговоров правоохранительные органы прогнали демонстрантов с площади, а самых агрессивных задержали. Политзаключенный находится в тюрьме почти два года. После первых митингов за независимость. А где же свобода и демократия? Мы будем выходить на забастовки и бороться за независимость. Люди хотят голосовать за свое будущее и сами выбирать судьбу своей страны. Почему испанское правительство не хочет принять волю народа? Ведь это гарантировано нам законом. Десятки тысяч каталонских сепаратистов развивали флаги свободы и скандировали «независимость сейчас». Их митинг был спровоцирован не только желанием призвать к независимости испанской автономии. Люди также борются за освобождение политзаключенных. Обвинители требуют осудить их на 25 лет. Кроме того, на 50 лет осужден Ориол Жанкерас, один из лидеров Каталонии, провозгласивший ее независимость. Суд признал его виновным в разжигании протестов и митингов в пользу независимости региона. Стоит отметить, что ежегодный митинг за независимость прошел в решающий момент, когда региональное и национальное руководство находится в смятении. В начале следующего месяца ожидается судебное решение по заявке на независимость Каталонии. К слову, опрос, опубликованный в июле Государственным каталонским институтом, показал поддержку идеи независимой Каталонии на самом низком уровне за два года. 48,3% против и всего 44% за. У испанского правительства тем временем возникла другая проблема, спровоцированная уже не борцами за независимость, а погодными условиями. Об этом расскажем во второй части выпуска. И вот о чем пойдет речь далее. Ядерный срыв. Усилия мирового сообщества по разоружению под угрозой ООН тем временем ставит в пример Казахстан. Подробности в обзоре Жанны Алтызбаевой. Топ-5. Инвесторов в экономику Казахстана упорядочили в рейтинге. Кто какое место занимает, расскажем. Наводнение в Испании, торнадо в США. О событиях в мире. Коротко. Абай на китайском. Миллиардер и глава Алиэкспресс прочитал отрывок из произведения Абая Кунанбаева. Челлендж продолжается. Мир должен последовать примеру Казахстана. Такая идея прозвучала на заседании Генеральной Ассамблеи ООН. На неделе там отметили 10-ю годовщину Международного дня действий против ядерных испытаний. В организации считают, что все страны-агрессоры должны отказаться от ядерного оружия. Казахстан же, в свою очередь, обеспокоен возросшей угрозой возобновления гонки ядерных вооружений. И здесь важно сказать, коллективным усилиям по установлению окончательного запрета на это оружие грозит срыв. Как решается этот вопрос на высшем уровне и как бы сегодня выглядела картина мира, не откажись Казахстан от ядерного арсенала, все это в обзоре Жанны Алпызбаевой. Жан, ну как сегодня мировое сообщество намерено бороться с ядерными державами, если намерено, конечно?
Если говорить о прошедшем заседании ООН, то мировая общественность, среди которых были постоянные представители более 30 стран 5 континентов, призвала держать этот вопрос в фокусе и постоянно вести диалоги. Но, как мы знаем, такие страны, как, например, Северная Корея, продолжают игнорировать предписания и продолжают запуски ракет. На этой неделе она вновь провела испытания в сторону Японского моря. Это уже 8-й по счету пуск неопознанного снаряда с июля. Государственные СМИ Северной Кореи уже давали понять, Пхеньян никогда не склонится перед требованиями Запада о разоружении под давлением и умиротворении международного сообщества, сообщает Нью-Йорк Таймс. Однако на этой неделе КНДР заявила о намерении возобновить переговоры с США по ядерной программе. Казахстан на высшем уровне заявлял и заявляет, мир должен отказаться от ядерных испытаний. Мы приняли взвешенное решение убрать эти ракеты и бомбардировщики, дальние бомбардировщики, поменять на военные самолеты, которые нам нужны были, на военную технику, и продать топливо, находящееся в боеголовках ядерных ракет, получить деньги за это для государства и получить инвестиции. После распада Советского Союза Казахстан мог бы стать 4-й ядерной державой на планете. На территории страны находился огромный арсенал, который включал в себя 1216 ядерных боеголовок для межконтинентальных баллистических ракет и ядерных зарядов для тяжелых бомбардировщиков. Это были самые современные средства массового поражения и доставки ядерных зарядов. Осуществить запуск ракет мог как и центр, так и отряд смертников, который мог спуститься в шахту и вручную привести боеголовки в действие. Выйти самостоятельно из подземелья за считанное время военные вряд ли успели бы. Известно, что с предложением сохранить все-таки ядерное оружие к нам обращались ряд ближневосточных стран. Кроме того, Казахстан был бы, скажем так, представлял интерес для различного рода организаций, которые могли пытаться получить доступ к ядерным материалам. Здесь речь идет в том числе о деструктивных каких-то организациях, в том числе террористических организациях, в том числе и экстремисты. Для западных стран мы все-таки рассматривались бы так или иначе в качестве, скажем, вероятного противника. Некоторые западные эксперты скептически считают, что при ином сценарии роль Казахстана, по их мнению, в нестабильном азиатском регионе была бы сильной. А это значит, что позиция нынешних держав была бы совершенно иной. Практика показывает, что, в принципе, мы в плане безопасности не проиграли. Если бы Казахстан сохранил ядерное оружие, наверняка у нас не было бы инвестиций внешних, и мы были бы намного менее интегрированный в окружающий мир и, скажем так, был бы большой риск изоляции. Назовите мне страну, которая живет в изоляции, где бы вы хотели жить? Северная Корея, Иран. Тем не менее, сегодня Казахстан – мировой пример для подражания. Республика выступает за скорейшее вступление в силу договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и призывает все государства подписать и ратифицировать его. Отмечу, документ открыт с 1996 года. К настоящему времени договор подписало 183 государства, в том числе 41 государство из 44, необходимых для вступления договора в силу. Не подписали только молодые ядерные державы – Индия, Пакистан, КНДР. Казахстан же ратифицировал его еще в 2002 году. Руслан. Это была Жанна Алпызбаева. Жан, спасибо тебе за обзор, а мы продолжим. Топ-5 инвесторов Казахстана. Такой рейтинг на неделю опубликовали аналитики компании «Казахинвест». Рейтинг составлен с учетом данных за последние 5 лет. Вот, например, в 2014-м в списке лидировали Нидерланды. После шли США, Швейцария, Китай. И замыкала пятерку Россия. В 2015-м ситуация поменялась, но не сильно. Первая тройка сохранила позиции, четвертую строчку заняла Франция. А Китай спустился на пятую позицию. В 2016-м топ-5 оставался неизменным. В 2017-м на четвертом месте Францию заменила Россия. В 2018-м каждый из 5 крупнейших инвесторов в Казахстане сохранили свои позиции. И в первом квартале 2019-го картина выглядела таким образом. Тройка лидеров по-прежнему – Нидерланды, США и Швейцария. Китай вернулся на четвертую строчку. Замыкает топ-5 Франция.
И возвращаемся к событиям в Испании. Сильные ливни пришли на побережье Средиземного моря и на Балиарские острова. Власти страны ввели в регионе желтый уровень погодной опасности. В провинции Валенсия после выхода из берегов реки Клариано потоки воды затопили улицы и унесли с собой десятки автомобилей. Согласно сообщениям местных СМИ, людей в машинах в этот момент, к счастью, не было. В пострадавших от шторма районах школьникам запретили посещать занятия. Нарушено железнодорожное и автомобильное сообщение. Двое человек из-за непогоды получили травмы. Резкое ухудшение погоды наступает в Испании каждый год в начале осени. В ближайшие дни на побережье ожидаются сильные ливни, град и ветер до 80 км в час. О других пострадавших и погибших пока не сообщается. В некоторых штатах США погода еще хуже. Сильная торнадо обрушилась на Южную Дакоту. Об этом и других событиях коротко прямо сейчас. Террорист-смертник совершил нападение на базу афганских спецназовцев в Кабуле, убив по меньшей мере 4 сотрудников спецназа. Он взорвал загруженный взрывчаткой микроавтобус у входа в лагерь. Ответственность на себя взяла группировка «Талибан». Последняя атака подтвердила ожидание эскалации насилия после внезапной отмены переговоров президента США Дональда Трампа с талибами, направленных на вывод войск США и прекращение 18-летней войны в Афганистане. Мощный торнадо обрушился на крупнейший город в американском штате Южная Дакота. Вечером 10 сентября сильный шторм сносил на своем пути дома, деревья, машины. Повреждены предприятия и местная больница. Полиция штата не рекомендует передвигаться по улицам города из-за упавших линий электропередач. Информация о жертвах и пострадавших пока не поступала. Сотни мусульман-шиитов собрались в Тегеране, чтобы почтить память Ашура. Шииты отмечают праздник Ашура большими публичными ритуалами, иногда включающими кровавое самобичевание, чтобы почтить память страданий Хусейна, чья смерть символизирует борьбу против угнетения и тирании. Сожжение палатки, сжигание химеха символизирует лагерь имама Хусейна, подожженный его врагами. Ашура празднуют в Иране и в других странах с большими шиитскими общинами, включая Афганистан, Азербайджан, Бахрейн, Ирак, Ливан, Пакистан, Саудовскую Аравию. Сирию. Сотрудники экстренных служб вышли на улицы Парижа в среду, осудив реформы бюджета здравоохранения, объявленные французским правительством как недостаточными. Напомню, рабочие бастовали в течение 6 месяцев, требуя дополнительного финансирования и ресурсов, отсутствие которых ставит под угрозу уход за пациентами. Ситуация может вновь обостриться. И напоследок, челлендж к 175-летию Абая Кунанбаева дошел до Поднебесной. Китайский миллиардер и основатель AliExpress Джек Муа прочитал отрывок произведения Абая на китайском языке. Еще 1 июня челлендж запустила выпускница президентской программы «Болашак» Шинар Шакенова. Сейчас эстафета распространилась по всему миру и добралась до миллиардера Джека Муа, которого, в свою очередь, вызвал на челлендж посол Казахстана в КНР Шахрат Нурышев. Кстати, Джек Ма передал эстафету известному казахстанскому боксеру Геннадию Головкину. Мы знаем, что Геннадий сейчас готовится к очередному бою, но все же мир в ожидании продолжения эстафеты. Что ж, это были самые заметные события уходящих 7 дней, о которых мы хотели вам рассказать. А мы увидимся в следующее воскресенье и расскажем, как изменился мир за неделю. На сегодня все. До свидания.